В эти минуты в иракском аэропорту города Эрбиль ждут посадки белорусского самолета с грузом гуманитарной помощи для курдского народа. На борту Ил-76 продукты питания, консервы, электрогенераторы, палатки, одеяла и медикаменты. Министерство иностранных дел контролирует этот вопрос. Министр иностранных дел Владимир Владимирович Макей посещал этот город, в котором находится лагерь беженцев. Там около 80 тысяч семей. И, конечно, все мировое сообщество старается помочь, и Беларусь не может остаться в стороне. Распоряжение об оказании гуманитарной помощи подписал президент Беларуси. Следующий рейс благотворительной миссии МЧС отправится в Сирию в ближайшие дни. Общая стоимость двух грузов оценивается почти в 6 миллиардов рублей.